Приветствую вас в мультиплеере Mountain Blade 2 Bannerlord. Хотелось бы мне заполучить этот значок 750 побед в раннем доступе. На данный момент у меня лишь 314 побед. Это означает, что мне необходимо еще 436 побед. Победы засчитываются именно в режиме скирмиш 6 на 6. На дуэлях, осадах победы не засчитываются. Ну, еще они засчитываются в режиме капитана. Но самый скиллозависимый режим, где познается личный скилл, это именно скирмиш. Итак, сражаемся против клана LRA. Еще у них два рандома. У меня в команде есть несколько игроков, у которых уже есть 750 побед. Но это как может означать, что что-то хорошее, так и что-то плохое. Потому что они могут меньше стараться, потому что они уже получили этот значок. И они могут пикнуть какую-нибудь дичь, типа вот этого двуручника. Хотя именно у Империи он довольно силен. И обладает очень большими преимуществами, если он особенно умеет играть, этот игрок. Попробуем поиграть в команде. Тут именно еще командная игра, не только личный скилл. Всадник убил. Минус клановец. Отлично. Очень короткий меч. Жуть какой короткий, надо под него учиться играть. Я не играл в мультиплеер очень давно. Тем не менее, раунд за нами, отлично. Но, возможно, клановцы играли не в полную силу или использовали не самую эффективную тактику. Все-таки это клан. Сейчас посмотрим, что они нам покажут во втором раунде. Как же он так пропустил-то? Аж взбесился. Есть! Скорее на помощь своему. Отлично. Повезло, с командой они играют в полную силу.
Нужен щит. Ох ты, задавил. Я увернулся от его удара, но у меня очень мало хп уже было. Но зато у меня еще две жизни. Слабый персонаж, но... Но у него... Несколько перерождений в этом преимущество. Ух ты, их еще достаточно. Отлично, пол хп я снес. Чисто. Победили. Ну что, последний раунд. Я специально играю как саппорт под вот этого двуручника. Вместе бегаем. Я впитываю стрелы и помогаю контролить, чтобы противник не высовывался копьем, чтобы в оборону загонять, а он своими навлами наносит большой урон, либо разрушает щиты. Ну и также я против всадников стараюсь. Тут очень важно командное взаимодействие в этом режиме. Тут это все-таки не дуэли, тут не все личный скилл именно одного человека решает. Еще важно мышление, как человек мыслит и как он старается, как он может играть с командой на команду. Не на личную статистику. Вот, я его сейчас защитил. А где подкрепление-то? Ох ты, ё! Нет, слишком их тут много. Слишком мы ушли далеко. Близко к ихнему респауну, к точкам возрождения. Двуручника убили. Ой, сори. Отлично. Тут звук глючит. А, блин, мы проигрываем по этому. По очкам. Так, я останусь на точке, потому что очков слишком мало. Все, мы победили, отлично, 3-0. На одну победу больше. Так, следующая битва. Против нас очень опытные игроки. Что-то мало пехоты, конечно, вообще. Ой, много так арбалетчиков. Ну вот, хоть один пехоту взял. О, что-то он вообще херню пикнул. Нет, это не предвещало ничего хорошего. Там тоже клановцы против нас. У них просто не подписано. Так, ну у них, по крайней мере, нету конницы. Они могут сзади где-нибудь обойти. Сейчас что-то, скорее всего, задумали они. Мешает. Не надо, не надо, не опекай меня. И все, уже отступай к своим, помоги. Регрупп. Спасибо.
Хедшот на 63 урона мало. Я же говорил, они очень опытные. Сука. Очень мешают. Все, они меня высмотрели, за мной идут. Неужели он быстрее меня бегает? Минус. Мы вдвоем против нескольких. Зачем? Ну ладно, давай. У меня оружие хуже. Оно против брони вообще никакое. Так, сколько их там? Ой, их там много, еще X прожму. Ладно, возьму тогда... Они, возможно, менять состав не будут, тогда я снайпера возьму. Так, конник, надеюсь, у них не будет. Тогда, наверное... Скорость перезарядки побыстрее возьму. И арбалет самый мощный. Потому что не хватало прям мощности вообще дико. Да, и конечно же у них один конник. Это очень плохо. Да ёп. Перный театр. Это такая медленная перезарядка. Ах ты. Обходят, наверное. Есть 44 урона, отлично. Чувак решил меня фокусить из-за ника. Бля, я просто урона не наношу тупо. У него даже, вот сейчас вот у него даже эта херня, которая контрит броню. Охереть. Просто бред. Ну ладно, падла. На 76 урона.
Ну, блядь, ну куда нахера ты меня потормозил, пиздец? Вот это вот падла. Мне контрил. Нравится? Копье ищет подлюк. Ты шутишь? Победили. Да, с копьями, конечно, не очень удобно. Давайте попробуем с булавой и щиты. Ладно, пусть будет копье. 1-1 счет. Ой, блин, мы в меньшинстве. Ну охрененно, у нас кавы нету теперь. А у них теперь 3 кавы, 3. Три кавалерии, осторожно. Хорошо, но этого недостаточно. У него еще две жизни. У него еще одна жизнь, как минимум. Куда он побежал-то вообще без всего? Мы сейчас по очкам просядем. Падла. Нравится? Тут двое, блядь. Куда ж ты попёрта? Давай, иди сюда, блядь. Обосрался, что ли, сука? Обосрался. Побежал от меня сразу. Не, у него там выгодная позиция. Мы по очкам проигрываем. We lost points. Да ты угораешь? О! Ладно, у меня еще жизни есть.
Это пиздец. У них еще жизни есть. У одного. Вон он, вон он. Это он зря сделал. Так, это я теперь забыл. Все. Порешали. Так, опять мы в меньшинстве. Да что ж такое, я на первом месте. Ну тут уж ничего не сделаешь. Когда такая хрень. Я, конечно, попробую еще что-то за всадника, но не. Скорее всего, нет. Даже не буду пробовать за всадника, смысла нет. Ну все, мы проиграли тупо из-за того, что придурки какие-то из нашей команды ливнули. Нам бы больше очков бы давали, но нам нихера больше не дают очков. Супер. Охереть, мы в меньшинстве, двоих придурков убили. Ой-ой-ой. Пипец. Топор вообще имба, просто щиты крошит и броню пробивает. Вообще херня. Охренеть, как мы в меньшинстве. We must capture point. Buzz, go back to the point, please. They are on point. Вообще пипец. А, не, вроде дали очков побольше.
Ах ты, сука, чуть... Тварина, сдохни! Охеренно. Просто лучший тиммейт, блять. Мы в меньшинстве, нахер. Просто пипец. Все, победили. Да, да, заснял, спасибо. Красавы, молодцы. Хороший матч. Только у меня звук что-то глючил, вообще жестко. Фу. Вот так закалялась сталь. Плюс, сколько, 2 победы. Отлично. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь, если не подписаны. Благодарю за внимание.